что? Я не понимаю, что... У меня очень онемело все. Мне нужно вызвать скорую. Меня похитили, кажется. Меня похитили. Меня похитил кто-то. Вы кто? Мне нужно позвонить, понимаете? Вы понимаете, что вы ку-ку? Вы... Это ваш дом? А как я сюда попала? Как я попала сюда? Вы глухая? Я не понимаю. Сколько я здесь? А я...
Отключи. Отключи. Спи. Тихо, 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 тихо. Все, хочет. Тихо. Сядь. Тихо, спокойно, говорю. Сядь, успокойся. Что случилось? Вы кто такие? Объясните мне. Звать тебя как? Так, все, все, вышло. Что надо от меня? Успокойся, давай, все, успокоились. Спокойно все. Сейчас мы разберемся во всем. Че ты улыбаешься? Тебе что надо от меня, скажи? Да тихо ты. Че за дом? Ты говорить можешь? Куда пошла? Ты кто такая? Это что такое? Яма? Как я здесь оказался? Меня подбили? Что? Проиграл? Что за бред? Что за фигня? Ты кто? Дверь открой. Я с тобой взяла. Дверь открой. Ухо. Я пошла. Слушай, надо оборону замять. Походу меня подбили. Открывай дверь, что молчишь-то? Что за фигня вообще? Мне кажется, я успел поцеловаться. Как? Это место. Что вообще за место дебильное? Ой, сюда. Ну что, фигня не понравилась. Чё, хрень? Чё, прикол какой-нибудь? Так. Вы кто вообще? Вы пили все здесь, а? Так, потом я... Аферисты! Ага. Я так и знала. Слушай, а я его видел. Я не понял, как я... Мне кажется, это... Кто не подбил меня? Это шоу или что? Thank you.
ты. А как я оборону-то попрорвал? Посмотри, нос у меня целый. Ха, не, я не понимаю одного. То есть, если получается здесь, то значит я спрыгнулся на север. Да? Слушай, у тебя что-то что за бред? Да? Да? Красный нос? Чуть повыше. Ладно, ну ладно, я не понимаю. Я с собой прихватил немного. А что ты не разговариваешь? Я человек. Что за бред вообще? Парень, ты нормальный? Нет, ну я успел сейвиться, мне кажется. То есть я дошел до этого. Что за бред вообще? Я прошу прощения, там деваха какая-то наверху боится выйти. Так. Вы вообще кто вы? Вы чё? Как я? Я где? Ты меня разбудила, девочка. Что случилось-то? Ты кто такая? А? И чего ты молчишь? Расскажи что-нибудь. Походу... Ты как-то сюда, да? Попал? Да, наверху очнулся. Это не твой дом? Нет. В смысле? А кто здесь хозяин? Я так понимаю, вон воду разносит всем. Вы кто, ребят? Мне на работу надо идти. Мне там вещи остались. Может, ты откроешь дверь? Что это твой дом. Это что, камера? Открой дверь. Не, подожди, подожди. Извини, нет. Знаешь почему? Знаешь, они могут тебя сейчас... Ты серьезно? Кто-нибудь? Тебя обездастся. Кто, ребят? Я видел, как ты оставила вещи. Это камера убийцы. На работе. Они могут тебя... Ты как-то могла... Ты, не знаешь, поласкать... Я сейчас подожду. Успокойся, они! Ты это сделала. Я Серёга говорю. Пожалуйста. Я не понимаю сам. Просто все мне тут спустись вниз. Вы не один? Нет, не один. Спокойно, спокойно, спокойно. Видишь, у меня ничего нет. Спокойно, зажмись вниз, и мы во всем разберемся. Спокойно. Я никуда не пойду. У вас мой телефон? Я иду вниз, ты спускайся вниз. Слышишь? Спускайся вниз! Где находится? Почему дверь закрыта? Не пойму. Ой, прости, пожалуйста. А что не... Ничего, наступил на диван, да? Понятно одно, то что мы все очнулись в этом доме. В смысле очнулись? В прямом. Ты куда пошла? А чё, откройте дверь мне, кто-нибудь? Она заперта. Ты куда пошла? А кто? Тот же вопрос хочу вам всем задать. Кто вы такие и что вы здесь делаете? Что я здесь делаю? Короче, хватит угорать. Откройте дверь. Я не знаю вообще, как я сюда попал. Мне надо улетать. Но завтра самолет. Где, ребят? Откройте дверь! Открой дверь! Давайте открою дверь, у меня ни ключи, ничего, я не знаю, как я здесь. Здесь мы что, здесь нас закрыли или что? Мне похуй, я хочу выйти отсюда. Я не знаю, я же скажу, где я... Я не знаю, что я делаю, у меня... А ты кто? Ты что? А мне нужен телефон. Ну, мне должен быть телефон, позвонить. Мне нужно позвонить. А мне нужен рюкзак. Он остался на работе, и меня не выпускают. А кто ты такая вообще?
Кто ты? Это просто жесть. А меня никто не спасет отсюда. Да мы прям человек. Дверь откройте! Какую дверь? Дверь откройте! Я буду играть! Вы здесь живете? Я? Да. Смотри, тут я... еще одна камера. Стоп, стоп, так, это идите. Вы здесь живете? Вы не живете здесь! А кто здесь живет, я чуть не пойму. Что ты орешь? А кто здесь живет? Я вообще в первый раз вижу. Понятно, это тоже первый раз. Девушка в белом, или как тебя там зовут-то? Открой дверь, мне выйти надо, у меня самолет завтра. У меня у папы днюха. Папа днюха. Где тёлка в белом? Люди! Люди! Помогите! Что? Нам просто, подожди, стоп, давайте не паниковать. Мы так ничего не решим, стоп. Никто не паникует, успокойся. Мы просто, да, я не знаю, дверь выше, это, дверь выше. Моя подружка вся кровь лежит. Где твоя подружка эта? Что за бред? Знает, что это за хрень? Да успокойся, успокойся! Ты видишь? Дверь ушибайте уже! Вы что, охерели? Отойди, сказала! Слышь, успокойся! Успокойся! Сядь! Отойди, это сказала! Как тебя зовут? Подожди, как тебя зовут? Катерина меня зовут! Тебя как зовут? Катерина, успокойся! Падай, падай! Ушибайте дверь отсюда! А что, нельзя дверь выбить-то? Вы что, если встали, съели дверь, ушибать? Надо ее ушибать или еще что-то попросить? Чего это не надо? Просто спокойно ключ у этой в белом. Это ты, твой дом? Да какой мой дом? Я что, так же, как и вы здесь? А почему нельзя там ушибать? Да подожди, что ты делаешь? Ты же фильмов насмотрелась, боевиков, там остановись. Катерина, успокойся, просто успокойся. Почему? Не, я не знаю почему. Я очнулся так же, как и вы все здесь. Поняли одну только вещь, она ходит в этом белом, воду всем дает, всех будет, значит она что-то знает. Надо ее просто позвать и спокойно поговорить всем и успокоиться. Она не отравленная? Может быть и отравленная, ты уже знаешь. Да что ты говоришь? Здесь давай не ори. Да. А что это? Скомандовался. Стоп. То есть никто не знает, как сюда попал? Да. Или что? Да? Да? Скажите мне, никто не помнит, как сюда попал? Я не помню, я же провал. Я в шоке, вы кто? Я вообще на день рождения собиралась. Ну, у меня у мамы юбилей. Я ехала на день рождения, собралась, с работы выходила. А ты тоже не помнишь, как сюда попал? Аферисты! What the fuck здесь происходит? Я хочу попить. Это что такое? Ни хрена себе. Тут два варианта. Либо я вчера погулял люто просто, и вас вообще не знаю. Либо чего? Что происходит? Я еще ничего не поняла, ребят. Да все происходит, понятно. Мы здесь в доме, прости, пожалуйста, не хотел. Мы в доме в одном. Это что тут непонятно? Она сейчас, кстати, придет тебя поругать за то, что ты встала на эту хрень. Давай-ка. Так пусть уже скорее придет, откроет дверь, и я пойду на работу. Блин, ты сломаешь, ты даже не читайся, как тебя зовут? Камера везде. Это розыгрыш, да? Прикол. Юрец. Какой еще розыгрыш? Алло, это просто законно, по крайней мере. Нет, стоп, подождите. Стоп, мы что, вчера как-то вместе все тусанули или что, я не понял? Я ни с кем не тусила, мальчик. Ладно, я... Вы здесь тусовали, что ли? По тусовке, по наготовке? Почем вы здесь? Да не почем, мы нормальные мы. Вот. После какой тусовки вы здесь собрались? Короче, подождите, стоп. Давайте успокоимся просто. Я одну фишку понял. Так. Давайте позвоним. Ну, как бы тут камеры есть. Это нормально? Да, сюда мне плохо. А это нормально, то, что мы очнулись в доме с закрытыми дверьми?
ходит девушка в белом, это тоже ненормально. Вот поэтому она меня спокойно разбудила, да, вот она. И... Подождите, а телефон есть у кого-нибудь? Нет. А, кстати. У меня просто айфон пропал. У меня даже часов нет, ничего не пропало. Нет, мне очки оставили. Значит, вы подкрали? Слушайте, давайте позвоним, да? Давайте вот сейчас позвоним кому-нибудь. Кому-нибудь есть телефон? Ребят, вообще есть телефон у кого-нибудь, ребят? Стоп! Давайте полицию вызовем. Во-первых! Давайте просто. Ты не знаешь, как ты здесь оказался. Ты не знаешь. Ты не знаешь. Не, я знаю, как я оказался здесь. Мне это... Я, короче, шел, с друзьями встретился, я бы сидел на пару месяцев, серьезно. Куда? Сюда. Куда сюда? Сюда? Ты в Москве сейчас? А чё, нет? Я в Саратове. В смысле, дама, мы в Москве, алё. Я в Саратове, алё! Так, подождите, Москва, какой Саратов, вы... Стоп, находитесь, как вы даже не в Москве сейчас? Ребят, ну давайте по порядку. А вы откуда знаете? Нет, мы в Москве. Так, тише, по порядку. Ты шел, прилетел ты в Москву, дальше на рассказывай. Да я с пацанами со своими встретился, с друзьями. И все, и домой пошел. А там этот, короче, там я парк зарулил, а там парень, короче, девчонка приставал. Ну я типа, ну, что-то, типа, что делаешь там, сюда иди. Вот он подошел, а потом я вот... Ну, по-моему, тебя, что ли? Мне кажется, да. Я бы вряд ли, конечно, не подал. Он меня вырубил, мне кажется. И все, и потом я что-то смутно. Ну, если честно, ребята, то я... Это меня эти пацаны привезли, да, сюда, получается? Или этот пацан, дело кто не там в был этом. С другом, был с подругой? Дело в том, что последнее, что я помню, я был в Чите. Чита, Москва, Саратов, Москва, Чита, Саратов. Ну, сейчас серьезно? Я абсолютно серьезно хочу тебе сказать. Я была на работе. В Саратове. В Саратове. Естественно, стопудово. Прям в Саратове стопудово. Ты в Москве. Да. А ты? Это никак не связано. Это не вы, ребят, место привезли. Это не вы место привезли. Я из Омска. Да ты чё, гонишь, выйти не могу. Я выйти не могу. Нет, реально, прям тоже. Дверь закрыта. Стоп. Получается, ты последнее, что помнишь, это Омск, ты в Омске была? Да. Я вообще-то работала. Вай, мама. Работала. В Омске. Всё. В Омске. В Омске. Ребят, нет, вы не в Омске, никакого, я не знаю. А мы в Саратове находимся, в Саратове однозначно. Смешно. Ты чего? Да? Ты тут меня... Сюда меня отправил или что? Как-то... Ну, я не понимаю. Что ты сделал? Да. Они за нами наблюдают. Наблюдают и подслушивают. Да? Это какой-то прикол. Меня уволили с работы, это абсолютно нелогично. И вот эту бабу я видела. Куда она делась? Что происходит? Ребята, если вы правильно все говорите, если вы сейчас не врете, если вы сами туда попали как-то непонятным образом, то за это вообще-то статья. Вот, считайте. Похищение людей и удержание лиц в помещении. Где мы находимся вообще? Дверь закрыта. Так, надо звать эту белую сюда. Да, поговорим, да, все? Конечно, потому что да, давайте она должна либо что-то знать, либо звать. Вот, вот это вот это будила она. Тебя как зовут этот? Что, Марик? Катерина. Мы с тобой познакомились. Как тебя зовут? Привет. Васич. Макс, а вы? Да, ты все хорошо, Макс? Бывает и нет. Угу. Сейчас я не понимаю, что... Как зовут? А что такое? Что случилось? Как тебя зовут? Какая разница? Меня зовут Евгений. Как нам тебе обращаться? Чем мы тебе? Ну, просто Димака звать или как? Я думаю, что ненадолго. Меня сейчас заберут. Здравствуйте, сумасшедший. Ты как сюда попала? Да она тоже ни хрена не помнит. Посмотрите на нее. Я про нее просто нужен телефон. У нее вон коленка перечеркнута с коленом. А что ты в платье? Не важно, ну, вообще не важно, давайте позвоним. Не, а в платье? Ну, да, позвоним, да. Позвоним. Найди телефон, давай позвоним, конечно. Нет, реально, никого не даст телефон. У меня нет, никакой связи. Все проверено. А сумки, ни у кого, даже не сумки.
нифига нет, у меня вот жвачка последняя. Слушайте, а мне кажется, это сейчас молодец Петя придет. Это розыгрыш какой-то. Мне на самом деле тоже так кажется. Ну лучше уж тогда Ургант пусть приходит. Ребят, какие розыгрыши, а? Ну давайте быть реалистами, какие розыгрыши? Давайте, а может, если есть телефон? В смысле, какие розыгрыши? Это явные розыгрыши. Значит так, мы в доме, в котором камеры. Девушка в белом, которая нас разбудила. Каждый в этом доме, но из других городов здесь оказался. Ну хорошо, хоть не гарант. Что за камеры, ребят? Что за камеры? Галимый, да? Так, мне... такое было страшно хоть. Мне слабо верится в то, что вы действительно из других городов. Это вы прикалываетесь, да? Конечно, вот сейчас нам время поприкалываться, да? Это да, и так вот камеры у нас есть, есть, как раз и фильм прикалывают. Да, давай прикалывайся. Не зашло, да? Это странное шоу, ребята. Ты можешь мне щит пригодиться для оборота. Можно мне сзади постоять надо мной, пожалуйста? А я что? Я вообще-то не с тобой. Просто нужно позвонить, и нас всех заберут. Как бы. Надо просто найти телефон. Телефон, а где можно найти? Я ничего не пойму. Что это? А что это за шторы? А где она? Она вообще как появляется? Куда она исчезла? Слушайте, а что это такое? Если вы собираетесь сделать что-нибудь, чтобы вывести меня на эмоции или что-то такое, у вас все равно ничего не получится. Потому что мне все равно. Я дождусь, когда вы зайдете и такие, эй, это был розыгрыш. Выберите в следующий раз какую-нибудь жертву поинтереснее. Слушай, а что это такое? Я разговариваю с камерой. А если кто-то смотрит, что ли? Я уверена, что смотрит, она недавно шевелилась. Шевелилась, она что, шевелится? Она шевелится. Она поворачивается вот так и вверх. Актеров подобрали классных. Я прям реально поверила, что они все... Какие актеры? Это девочка моя. Гуманись. Очень правдоподобно. Прям вот класс. Я вам всем нет, верю. Нет, вы играете, что ли, не пойму. Так, ну или давайте развитие... Да давайте развитие сюжета. Вы же потерялись, понятно же, все в доме. Чего тут в этом хрен знает в чем. Мне уже наскучило. Хоть не в гараже, спасибо большое. Подождите, может, это какой-то... Может, здесь есть телефон? Слушайте, а ее нет. Кого? Ну, это в белом, это где? Она же была здесь. Значит, она куда-то ушла? Нет. Как она могла? Ну, как же она была здесь? Шел. А, и вот и развитие сюжета. Я поняла. Что за бред? Что за бред? Ну она была здесь, значит она здесь должна быть. Кто? Алло, выходим, выходим, не прячемся. А, женщина какая-то. Вот ее и нет. Ну ты такая была умная. Знаешь, тут два варианта. Серьезно, либо мы вчера все как-то встретились и буханули. Я точно с такой компанией не... Ну если ты из другого города, то мы не могли... Мы не могли встретиться. Слушайте, а где мои туфли вообще? Это не прикол. Это правда? Не прикол. А тебе правда страшно? Да мне весело, ты чего? Если ты хочешь помочь пойти к кому-то? А она людей кричит, она уже второй раз так делает. Кирина! Или ты что-то знаешь, но молчишь. Ты же доказываешь, что ты реально что-то знаешь, понимаешь? Серьезно? Да, давай-ка вспомним, когда ты проснулась, ты сказала, это ты меня с работы уволила, и стала на нее прыгать. И ты сказала, это ты виновата. Ты с ней говорила, как будто ты ее знаешь. А тебя с работы уволили? Да, меня с работы. Ты с работы? А вы же знаете друг друга? Нет. Она себя вела, как будто она знает эту. Он что-то знает. Вот он что-то что? Знает. Ты ее видела когда? Где ты ее видела? В своем городе. А, так ты ее видела в своем она городе. Она мне помешала а теперь... работать. Так, стоп. Ты что-то знаешь. Я сейчас только что сказал, что знаешь что-то ты, потому что ты ее видела. Да. Лучше почему, защита почему? Это нападение. Ты что-то не догадываешь. Я читал у Карнеги про это, кстати. Надо, ну, типа, нападать сразу, чтобы и защита. Вот, я тебе говорю, она ей говорит, это ты виновата, что меня уволили с работы. Это ты. Она только что вам говорит, что она ее знает. Как что вы? Она из-за нее, эту женщину в белом. Хватит нервничать, твои вибрации, фу, ужасно. Так ты какая вообще, если бы не указывать? А как она вышла-то, если дверь закрыта, ее нет? Она была здесь, ее нет. Как она вышла-то? Дверь закрыта, как она вышла?
Ну, она чисто согласна? Теоретически, возможно, здесь какой-то потайной ход есть. Какой потайной ход? А все, ну, пошла. Я не знаю, ну а как она еще могла? Я не пойму. Через окно, через просто спуститься, что ли? Топ, там высоко. Ты хочешь уйти отсюда, он не знает, что здесь делать. Она в панике. Это что с тобой? Я что? Там что-то... Ты один не хочешь уходить, что ты знаешь? Да кто ты такая вообще? Почему говоришь, что ты экстрасенс какой-то или что? С чего ты взяла? Я понять не могу, я еще раз тебя спрашиваю, что ты о ней знаешь? Потому что ты сказал, что из-за нее тебя уволили. Да ладно, не нервничай, подожди. Я не нервничаю, она на меня нападает. Да если ты читал, понимаешь, а ты что-то знаешь? Да, я ничего не знаю, она на меня нападает. Она говорит, очевидно. Очевидно, что я говорю, что... Я знаю я тебе говорю, знаю, очевидно, что-то... подожди. Я не могу понять, почему ты не можешь согласиться со мной. Я знаю один способ, Юрий меня зовут, смотри в глаза мне. Слушайте, может вы даете телефон? А? Глаза отворачивает! Ты чего? Посмотри алло, в глаза! Алло! Давайте поговорим, да? У нас есть важнее проблемы. Нам он точно говорить. Что-то знает, серьезно! А, Азия! Вы да, как тебя зовут? Просто Дрия! Просто позвонить, нам надо давай, позвонить. Давай, найди телефон. Нет, я смотрю. Он реально что-то знает. Значит, внимать, да? Прикинь. Что еще раз? Внимать. Короче, я этот фильм потом смотрел. А потом человеку сказал, чтобы в глаза тебе посмотрел. Я говорю, посмотри мне в глаза. А после этого я... Ты прикинь? Нет, я понимаю. Ну, чтобы мне прокачаться. Неважно. Только я... Да? Ну, по мимике считаю. Прикольный получается. А ты не хочешь ее спросить, почему? Откуда она ее знает? А я не понимаю, посмотри ей в глаза. А? Да, кстати, посмотри мне в глаза. А когда вы уже успели с ней познакомиться? Я не понимаю. Вы что, были знакомы? Я ее видела разок. Мы где? Решили спросить твое имя. Пока что. Ты сказала, а зачем? Как тебе зовут? Я не собираюсь вам представляться, потому что я скоро отсюда уеду. Мне нужно просто носить телефон и позвонить. Она... У нас нет телефонов. Да это понятно. В Ереване нет телефонов. Выпусти нас отсюда. В Ереване еще в этом, в древнее время телефон нашли. Там внизу под землей. Из-за этого, кстати, айфон возьми. Я не понимаю, почему такие спокойные? Просто а откуда ты знаешь, что я из Еревана? Опа, подожди. Ты про меня что-то знаешь? А? Ты ребята, думаю, что мы по-другому должны сейчас делать? Мальчики, ребята, вы можете дверь выбить, мужики или нет? Да. Дверь выбейте! Ну сказал же, он нельзя выбить дверь, вот эту, закрыта она! Да успокойтесь вы, успокойтесь! Нахрена ее выбивать? Не надо ее выбивать! Как это сделать? Я понятия не имею! Может, надо уже закрыть? Может, бревна разбирать? Стоп! В смысле, не надо ее выбивать? А как мы выйдем отсюда? Я чего? Понятия не имею. Еще почему раз ее не надо позвать выбивать? Эту даму в белом. Она, видимо, у нее есть ключи. Она возьмет, откроет дверь, и вы спокойно все выйдете, и я в том числе. Почему ее не надо выбивать? Мы что, нас культурно сюда привезли, мы должны культурно выйти, что ли? Почему мы не можем выбить дверь и уйти? Ну, потому что логически подумать. Неужели ты думаешь, что... Да. Можешь, я бы хотела... Там высоко. Ты что-то напрягся. Пойдем-ка выйдем. Ну давай. Значит, давайте все вместе, ребята. Все вместе разом. Дверь хилинга. Знаешь, это не хилинга, дверь. Нормальная дверь у него вот здесь. Я когда строил дом, вот здесь, все забито. Слушайте, если кто-то нас сюда поместил, значит он по-любому сделал так, что дверь вы никаким образом не выбьете. Логику включите, логику, успокойся, не надо ничего выбивать. А если даже выбьем, нас пристрелят. Да, стоп. Алло, а можно мне вопрос, а как-то вы можете через них звонить, нет? Нет, через них, как ты позвонишь сюда? Номер есть, что ли, что? Может быть, ты скажешь, что? Может быть, ты скажешь, откуда ты знаешь эту девушку в белом? Ты как-то увиливаешь все время, пытаешься союзников здесь найти. Что здесь происходит? Или почему мне нельзя выбить окно? Верьте ручки. И что? Ты можешь? Он контужный, ему головой. Не, должно овражка кольца должна. Идите сюда. Да я вообще не собираюсь с вами сидеть за одним столом. Я не понимаю, кто вы. Да мы тебя не тебе никто не предлагал. Это ненормально. Истеричка. Тут, по-моему, несколько ненормальных. Слушай, ну может сработать. Если кто-то... Странно. А если кто-то... Вот. О!
Этот Моисей наш! Я прошу прощения. Иисус, вы здесь живете? Вы здесь живете? Да? Откройте нам дверь. Раздвинь ее эти в воду. Насос туда привез. Чтобы вышли, она же какая-то, наверное... Вы что молчите-то? Вы не умеете мне не разговаривать? Глухонемая, что ли? Глухонемая, что ли? Мне нечего вам сказать. О, какой красивый голос. Слушай, я знаю, как с такими разговаривать. Иди туда, сейчас ее... Слушай... Иди так, не надо с ним разговаривать. Ты не попутался, ничего? Ну, ладно, ты хочешь поговорить сама? Ну просто она девушка, ты на нее ловишь. Можно ее... Вот... Я разберу, что я делаю. Ну ладно. Дверь нам откроют. Все? Можно теперь? Что нет? А кто откроет? Не я. А кто? Когда? Почему? Зачем мы здесь? Она ничего не знает тоже, похоже. Но она здесь живет, это ее дом. Это твой дом? Дверь открывай. Ты че? В смысле? Ты не знаешь, кто тебя... Кто нас поселил сюда? Или как это можно сказать? Давай прокачиваться будешь. Придет время, вы все узнаете. Все она знает. Дверь открывай, давай. В смысле? Какое время? Время X или время Х? Каким образом ты убил нас? А если я сделаю так, может быть, я меня перекину? Она сказала, что она тебя знает, и из-за нее, из-за тебя ее уволили с работы. Это неправда. Это правда. Каким образом тебя уволили? Ты на что-то бегаешь тазиком, не пойму. Я жду обратно. Я не понимаю. Ты можешь сесть, блин, ты бесишь нереально. Подожди. Да это, не надо бить его. Он так, он сейчас, он видишь, на панике. У него суета, он, наверное, что-то там это... Он под чем-то, что ли, не пойму? Ну, не знаю, он какой-то странный. Опять не тот. Слушай, как сделать? Корешок. Ты могла выбрать, знаешь, более удачное время для того, чтобы призывать. Я... Подожди. Да? Ты что, не знаешь? Что значит призывать? Подожди, я не могу понять, что значит призывать. Смотри, я начал кимать. Что делать? О чем? Ты прекрасно знаешь, что меня уволили с работы. Сделала это специально. Послала своего монаха дебильного со своими рунами дюнинскими. И ты выбрала не самое удачное время, и ты меня дико бесишь, я тебя вообще прибить хочу. Открой, пожалуйста, дверь, я лучше уйду, иначе я тебя сейчас пришлю. Да, и как бы уровень проходит. Вы слышали? То есть как-то так. Вы это слышали все? А ты сейчас слышал, что она сказала? Давай я то, что слышал, скажу я, потом то, что вы слышали. Он сам сюда пришел. Вот. Значит, он знает дорогу домой. Ну-ка, иди сюда. Нет, дорогу не знаю. Где мы находимся? Иди сюда. Где мы находимся? Где мы находимся? Потише, ребят! Он говорит, знает, как идти домой. Где мы находимся? Нет, я тебе не скажу, что я знаю. Я не геолокатор. Ты сам сюда пришел. Дорогу как ты, откуда пришел? Сам пришел, но я не понимаю, как. Откуда? Саратов, ты в Саратове? Он в Саратове. Ну я в Саратове. Ты в Саратове? Я не в Саратове. А я вот сейчас в Саратове нахожусь. Ты саратовчанка? Да. Ты где? Ты откуда? Солнышко мое. С Урала. Солнышко. Ты сейчас на Урале? Сам пришел на Урале? Откройте дверь, пожалуйста. У меня тоже на Урале родственники живут. А? Сидеть на ходу, не понимаешь, что уровень прокачать. Не поняла. Не все, что не поймал. Почему? У тебя ключа нет? Какой уровень? Это ж твой дом. Какие-то полностью. Ее открыть. Почему? Давай я тебе помогу. Нам придется смириться с этим. С какой информацией смириться? Ты что? Ты что? Как? Смириться? Ты что, угораешь, что ли? Открывай дверь. Ты знаешь, где ключ. Это твой дом. Салютики. Привет. Я телефон ищу, а что ты хочешь? Смешно, да? Смотри, я не знаю, кто ты, я вообще не собираюсь с тобой знакомиться, потому что я без понятия, кто вы вообще такие. Значит, нам, смотри, нужен телефон, да? Так. То есть, я думаю, что он где-то спрятан. Если здесь есть камеры, значит, здесь есть и телефон. Это же логично, да? Понимаешь? Понимаю. Вот. То есть ты считаешь, что если у тебя появится телефон, все твои проблемы решатся? Конечно, я сделаю. Я просто уверена, что у меня закрыл здесь один человек, очень влиятельный, вот, чтобы посмеяться надо мной. Ну посмотри, это колхозный дом, люди непонятные. Что это может быть? Это может быть розыгрыш. Можно позвонить? Давай. О!
дверь открывай мне быстро. Как моих волос. Дверь открой мне, вон. Ты что смеешься-то? Не весело. Я очень рада, что вы здесь. Что несмотря на ваше плохое настроение. Я безумно рада, что вы здесь. Я не рада, что я здесь. У меня дел по горло. Ничего страшного. Скоро ты обрадуешься. Обрадуюсь, что я здесь? Да. Это как ты должна этому обрадоваться? Это кто люди? Что за люди вот эти странные люди? Все странные люди. А что в них странного? Ну посмотри, вот. С мальчик с приветом. Это непонятно, черная женщина за черная женщина, что непонятно вообще. И не смотри так на меня своими глазами. А что в твоем понимании нормальные люди? 4, 5, 6, 7. 7 человек. Я понял, знаете что? Я поняла, наверху вот эти две комнаты, где кровати стоят. Ну, там, у меня рюкзак на работе. Там 6 кроватей. Так, и что же у тебя в нем такое? Она сколько? Она 7 вот с ней. Телефон, карты, блокнот, книжки, карандаши. Ты хочешь сказать, что кровать для вас поставили? Я не хочу сказать, мне, я предполагаю, что это так, действительно. А почему здесь? Я возьму. Я сегодня отсюда выйду в любом случае. Если мужики, вы дверь не вывесите, вы ее и я. Если вы мужики, ни на что не способны. Ты можешь дверь, ты что тут играешься со мной здесь? Ты можешь дверь выбить? Я пытаюсь поймать сигнал. Ничего нет, у нас 6 кроватей. Что за бред? Ты чё? И что? Погоди. Прикинь? Я понял, о чем он. А вы не замечаете, что они какие-то обоссы? И походу это... И походу... Вот это... Женская комната? А вон там? В смысле? Посмотрите, здесь да. Кровати. А, фу! Чё? Фу, какая-то гадость. Не знаю, что это такое. Так, стоп. Ну реально, смотрите. Ну? 3 кровати. Типа в мужской комнате, 3 кровати типа в женской комнате. И одна вот эта вот хрень. И одна вот эта вот ходит, которая в белом, которая пропадает периодически куда-то. Прикинь. Значит... Халявная хата! Вот что это значит. Это ку-ку, что ли? Да мы тут жить будем! Так в таких условиях нельзя жить. Да вы что, нормальный хат, нормальный дом. Я мяч нашел, вот. Нельзя находиться в таких условиях, жить нельзя. Почему? Мы не можем здесь жить. Очевидно, факт что не в этом, факт в том, что зачем здесь 3 кровати мужской, 3 в женской. Нас 3 парня, 3 девушки. Ты, я... И вот этот... Сумасшедший, что да. Мы, почему именно мы втроем, понять не могу. Не могу сам понять, ни хрена не могу понять. И вот тут тоже 3 кровати. Он говорит, он в Саратов приехал на автобусе с Екатеринбурга, значит, ну в Саратове, реально. Он, знаешь, судя по нему, может сказать, что он в Саратов на маршрутке в Читу доехал. Это такой он человек... Сказать, что а он на ракете был на Луну. Читы. У меня очень сильно болит нога. А, я прошу прощения, а почему там наверху 3 кровати и шторка одна, ну типа мужская комната, а я другая есть, шторка... Я писать хочу. Типа же... Простите меня, пожалуйста, я хочу писать. Почему-то? Приличные люди не говорят это вслух. Я хочу пописать. Где мне сказать? Ну, маленький мальчик, это для нас, да? Ну да, не могу, я где-то тут попал в чужой дом в какой-то, и нахрен не знаю, кто вы вообще все такие-то, и как меня вас, жизнь моя связывает пописай с вами. Пописай в окно. О, у тебя колено болит. Как тебя зовут? Давай я пописываю на него. Я не запомнил. Нет? Ну ладно, слушай, как тебя зовут? Тебя как зовут? Девушки. А я хочу. Пойдем. Так, господа, получается, мне кажется, перепало что-то. Чё-чё? Мы здесь надолго. Может, и надолго, а я ненадолго. Меня сегодня заберут. Алло. Что? А я телефон хочу. У вас есть телефон? Прости, ладно, ну шутка была. Ну, пожалуйста. Нет, зачем 3 кровати? Это такая шутка. Вот, наверху. Где правда? И 3 кровати наверху. Да, для обороны. Но я вот что думаю. Если теоретически, давайте как бы мыслить кто логически, да? Слушает? Зачем вы нас сюда притащили? Давайте поговорим. Кто нас слушает, что ли? Давайте, может быть, поговорим как-то. Ребят, что-то надо делать, Рио, надо делать. Алло! Ребята! Вы нас сюда закинули? Вася, да, Вася?
Объясните, зачем? Давай, вижу, что? Что-нибудь объясните? Бесполезно, мы ее не вышибем. Вы слышно? Работает херня ваша? Я дохожу с ней пообщаться, ты домой. Пожалуйста. У вас есть телефон? Я вижу, что вы вертите вашими камерами. Вы, значит, слышите. Дома. Давайте вы, пожалуйста, быстрее дома. Придете, все расскажете, и мы уже пойдем. А что, камера вертилась? Где эта камера? А вы знаете Эдика? Эдуарда. Ага. Я оставила рюкзак на работе, так нельзя поступать с людьми. И я это пока что просто ласково объясняю. Давайте не будем нарываться на неприятности, хорошо? Я надеюсь, вы меня услышали. Ребята, не это благодать. Мы находимся. Кто чемпион? Юрец! Да. Молодец. Где мы территориально? Я предлагаю, знаете что, короче, ребят? Да. Давайте-ка мы просто соберем сейчас все и нормально побалякаем. Вдруг у вас бабки есть, там что-нибудь придумаем. Я жрать хочу еще, кстати. Меня сейчас соберут. Не ставь ноги на стол. Ты же воспитанная девушка, ты бы что-то мне рассказывала. У меня очень сильно болит колено. А, вы думаете, что я должна перед вами отчитываться? Где мы находимся, скажите, в какой вы город? Вы находитесь у меня. Вот сюда можешь где поставить. Где ты можно реально? Ну хорошо, ну только на стол, не ставь, пожалуйста. Мне нужно сегодня обязательно сейчас вода, чтобы уехать. Понимаете или нет? Я уеду. Вы останетесь. Ты кудрявый. Дверь, чтобы открыла. Да, это... Где мы находимся хотя бы? Телефон мне нужно позвонить. Я последняя жвачка. У меня нет телефона. Сейчас вызову милицию. Катерина, как ты вызовешь мусоров? Скажи мне. Каким образом? Она через палец? Ты куда пошла? Руку от меня уберите, пожалуйста. Ты куда пошла, я сказала? Стоять! Руку от меня уберите, пожалуйста. Она сейчас тебя убьет, Катя. Что она мне сделает? Свяжите ее, вы что тут стоите? Это сопли жуете, да я не пойму. Да она девушка, нормальный дом, что связывает? Что нормальное? Нормально? Мне надо выйти. А ты можешь здесь остаться, что ли, хочешь? Мне нравится дом, нормальный дом. Мне не нравится дом, это просто нельзя. Надо просто разобраться, это, наверное, этот прикол какой-нибудь, квест, знаете, есть такие квесты. Какие квесты? Вы что, ребят? Идите сюда все. Я все понял. Что ты понял? Знаете, у Агаты Кристи есть такие 10 негритят. Мне так болит колено. Да ты к чему сейчас? Помните, про что? Ты знаешь? Нет? 10 негритят, да. Там про то, как пригласили в некий дом 10 человек. Ну, нас 6. Нас 6. Но я чисто теоретически говорю. 4 мы добрали. Или четверых еще надо найти нам. Может нет, быть. Я не... А ты к чему? Вот просто к чему ты клонишь, скажи. Я пытаюсь понять, почему мы все здесь. Не паниковать, не вести разговоры вот с этой белой девушкой. Третий Дуба. Раз повторю. Это хорошо, что хотя бы не какой-то заброшенный ссаный подвал или гараж с собаками и с кровью. Ну, конечно, ничего хорошего. А можно вопрос? Нету. Можно вопрос? Да, а по крайней мере, тепло. Почему все такие спокойные? Такие, как бы, я не понимаю. Ну, а что мы должны делать? Что делать там? Что мы должны тут? Да. Ну что? Как бы эти страны... Начинай плакать, ты, наверное, должен заплакать. Странно, вы что-то ну, себе мужики не плачут. Да, как Иван Васильевич. А ты себя нормально ведешь? Ребят, давайте себе не учёт. Что-то делать, как мы будем выходить? Давайте сожжём дом и подождём, пока одна сторона сгорит и выбежим из него. Что делаем, сожжём? Сожжём. А ты знаешь, что от дыма ты можешь задохнуться буквально через 3 минуты? Ну как мы выбежим? Не можем так, выбить дверь. Так, что давайте посуждать, спички у кого-нибудь есть? Да, конечно. Вот смотри, что у меня есть сейчас карман. Вы серьезно поджигать дом? Я еще раз говорю, если вы не выбьете дверь и подожгете дом, вы просто от дыма задохнете через 3 минуты. Там нету такого слова подожгете. Подожжете. А какое слово? Подожжете. Подожжете. Да какая разница? Большая. Подожгет. Гет это на армянском. Ну я вообще нормальный. Человек нетрадиционный. Давайте выход какой? В любой ситуации всегда есть выход. Так давайте его найдем. Давайте найдем этот выход. Так я вам предлагаю. Давайте самосожжение. В крайнем случае. Займемся. Катерина Великая, будьте, соизвольте ли вы, пожалуйста, пройти сюда к нам за этот стол и примкнуть к ее вот ногам, видишь? Не можете нормально сесть, побазарим? Давайте нормально поговорим, нет?
Я вообще вас не знаю и с вами разговаривать не собираюсь. Аналогично, мы тебя тоже не знаю, не собирались бы. Я бы с такой, как ты, не встретила бы себя. Ваши имена вообще не собираюсь ничего о вас знать. Я просто предлагаю вам сейчас найти телефон, сделать звонок, нас заберут и все. Я так понимаю, ты привыкла, когда делать все по-твоему, да? Я не понимаю, почему вы такие спокойные, просто так, сидите, короче, болтаете. Пойдемте как туда, вы... там поговорим все вместе. А давай она болтает здесь одна, еще телефон. Нормально хочу поговорить. Пойдем нормально поговорим. Ну. Да что ты с ней говоришь, она телефон будет. Она не понимает, что нет ни у кого ничего. Я понимаю. Она просто сидит, требует телефон. Да, я требую телефон. Смотри, Лена. Мы дверь не можем сломать. Не можем дверь сломать. Вась, я в шоке, то есть вы нормально так себя общаетесь? Не может, говорить не надо, убивать дверь. А что мы нормальные современные люди? Что нас, нам убивать друг друга сейчас? Говорите, давайте что-то делать. Или что? Что она хочет, чтобы делали? Может быть, со второго этажа можно там через окно как-то связать что-нибудь? Всех, потому что это уже перестает быть прикольным, конечно, необычно. Супер дизайн. Офигенные шторки, тут все такое классное, супер, клево придумали. Только нафига камеры устанавливали ради этого? Это, конечно, прикольно, но... Хоть бы что-нибудь оставили, какой-нибудь этот... Нет, кто тут нас задерживает? Вы же понимаете, что это противозаконно! По вам плачет тюрьма, статья, похищение лиц людей, удержание их в непонятном доме. Я вот вся обложена. Тогда это прекратите, что это, ребята? Может, оборону построим? Слушай, давай ты прав, выйдешь. А я ничего думаю, оборону строят, чтобы обороняться. Нет, ничего не видно, даже глазок ничего не видно. Да, кого? И главное, людей-то нет вокруг. Я ору, люди, спасите, помогите, людей там нет вокруг, людей. Где вы нашли? Можно Саратову говорить, ну, примерно. Больше не город, если это может быть и окраина Саратова, где-то область саратовская. Ну, где-то мы в Саратове, это 100%. Потому что я была на работе. Я собиралась уже домой, у меня день рождения у мамы, юбилей. Я переоделась на у себя все и собралась ехать на юбилей. Ну один аферюга, я доверилась ему, А что, плохо что ли? Все нормально? Подожди, получается, один аферюга что сделал? Он тебя что, отравил или что? Не знаю, что сделал. Потому что у каждого здесь, я так понимаю, была потеряна память, прежде чем здесь появиться, правильно? Ты все время говоришь про какого-то этого аферюгу. То есть, ты можешь быть здесь по какой-то причине? Первая причина. У меня есть причина, да, конкуренты мои. У тебя что, конкурент, бизнес какой-то? Да, мне собственно. Ты что, бизнесменка? А какой у тебя бизнес? Строительный. То есть ты считаешь, что, возможно, какой-то конкурент от тебя избавился таким вот образом, но он тогда мог тебя просто завальнуть, завалить тебя и все? У тебя много денег, я тоже думаю, это глупо. У тебя много денег, достаточно. Да? Значит, это не конкурент? Нет. Ну просто зачем бы тогда ему тебя вообще в живых оставлять? Он бы мог бы просто тебя закопать. Зачем меня селить с вами? Конечно. Так, нет. А ты, у меня сердце красного цвета, как твой костюм. Ты говоришь, что ты девушку защищал, тебя тоже вырубили, и потом ты оказался здесь, так? Да, я шел. А ты сам как оказался? Я, мне кажется, паленка отравилась, потому что бухал. Мы с своими пацанами, ну как пацанами, мужиками, в гараже все, очнулся здесь. И что ты делаешь? В гараже ты бухал, а в каком городе? В Чите. В Чите, в гараже. В Чите, в гараже. Интересно. Это просто любите против... попить в гараже? Ну нет, собрались, пятница была, ну что, собрались с мужиками, выпили. Если честно, я тоже сначала не мог, нет, не было. Только мужики? Да. А ты не этот? Сколько мы здесь находимся еще? Не назвать на помощь? Ну. Ребята, я потому что здесь есть компания, есть девчонки. Простите, тоже. Я так поняла, вы, наверное, не расслышали. Я женат, у меня двое детей. Мы сидим с мужиками, потому что... Или какая-то проблема у вас со связью. Ага. Пожалуйста, может быть, вы придете уже, объясните, что к чему, зачем вы нас здесь собрали, потому что тут реально у каждого человека свои дела. И... Нам просто надо уйти. Понимаете? Максим.
Пожалуйста. Вот, смотри, что у меня есть. Макс, держи. 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 Ты что, такое бомба? Я нашел. Юрий. Нашла телефон? Нет. Ну ты иди еще поищи. Нет, ну это уже не шутки, это не игры здесь. Сколько это будет продолжаться-то? Я вообще-то опаздываю. Ребят, выносим дверь, что-нибудь делать давайте, пожалуйста. Если а ты сейчас... каким бизнесом занималась? Строительством сейчас, это не об этом речь. Давайте что-то выйдем отсюда быстренько. Да? Как? Давай. Давайте свяжем, может быть, вещи, и со второго этажа спустимся. Пойдем пробовать. То есть ты предлагаешь нам раздеться? Я не... А что еще делать, если нет других выходов? Но нужно выходить отсюда, хотя бы понять, где мы находимся. Читавр, Кутак, я не поняла ничего. Я в Саратове. Да мы находимся в Москве. А Москва! Я в Саратове! Да и что? Какой Саратов? Откуда ты можешь знать, кстати, где ты? В Саратове ты или Я в Саратове, я только что с работы. Только что? Да. Подожди, ты очнулась здесь. С чего ты взяла, что... Может, время какое-то прошло здесь? Да, серьезно? Какое? Почему с чего ты взяла, что ты... Шла на работу или куда-то, потом очнулась и сразу... Время по-любому прошло. Конечно, потому что прошло. Я проснулся, у меня, короче, рука так затекла, что она была синяя, я даже не чувствовал. Значит, я очень долго лежал. Точно ночь. У меня тоже очень сильно отнялась рука, если честно. А я проснулась, кстати, очнулась. Мы же здесь все ходили. Вы здесь давно вообще? Давайте поговорим нормально. Почему я лежала? Слушайте, здесь? А у меня ногтей нету. В смысле? А через сколько ногти обычно слазят? Ну не знаю, ты говоришь на те. Нет, и не было, нет, и не было, что не ясно. А тебе что, зачем это? Можно определить, по слушайте, сколько подожди, мы здесь вообще находимся. Слушайте, подожди, у тебя гелем были покрыты ногти, и геля нет. Да. Это минимум, ну это серьезно. Что, скажи до конца-то. Что а то мы не могли месяц лежать. Месяц? Да ну что, говорите. Что, я бы умер. Я же очень голодный, вы лежать не хотите? Я бы съела. Ну, где что-нибудь похавать? Посмотрите, там нет? Да, по карману есть. Да, посмотри, есть ребят, что-то оно там. Вот послушайте меня. Ты можешь как-то помазать? Ау, больно! Господи. Не, я просто. Дама. А почему вы не думаете, что мы также могли очнуться, допустим, месяц назад или неделю назад здесь, снова потерять память и уснуть? Тогда хотя бы, так я в фильмах это видел, тогда хотя бы было бы признак какой-то, что мы тут типа жили до этого. Ну там, например, вот у нас комната есть, да, там что-нибудь быстро. Три кровати, три матраса. Да, и на кровати лежал, на моей кровати, например, девушка бы лежала, я бы вспомнил, типа, а вот моя девушка. Ну или какие-нибудь другие, ну. Что за бред? Да нет, мне кажется, сейчас должен кто-то сюда зайти, прийти и, наверное, что-то сказать. Сейчас зайдет кто-то и должен что-то сказать. Может быть, деньги хотят? Выкуп, чтобы отдали? Выкуп, да, наверное, ребят? Ну, у нас бы вообще тогда держали, вас, тогда, тогда бы держали, я в фильмах это видел, выкуп требуют, когда тебя пытают прям, а нас что пытают? Ну, вот сейчас зайдут, может, сейчас уже родственникам там, по-моему, написали вашим, что, может быть, деньги требуют просто за нас? А зачем камеры? А родственникам показывают, как мы тут ходим в камерах. Девушка белым сказала, что это ее дом и что эти кровати для нас. Для нас? Вот! Я же говорю. Я не буду спать. Стоп. А еще она мне сказала, что мы обрадуемся скоро сами, что мы здесь находимся. Мы должны обрадоваться этому. Вот я и говорю, нормальный дом. Нормально, да. Что за бред? В таком доме жить нельзя. Почему? Три причины, почему нельзя жить в этом доме. Ну, потому что сразу вот здесь нет никакого ремонта, он не современен, и он вообще непонятно из чего сделан. Слушай, он сделан из дерева, это явно. Ну, это хорошо, да, это очевидно. И как бы современен, несовременен? Кстати, могу сказать, дом очень необычной постройки, даже не пойму, в каком году его построили. Что, старый дом, что ли? Ты в домах разбираешься? Да, у меня старый дом. Она бизнес-леди у нас. Я даже не пойму просто, в каком году, какой интересный дом. Это не шаблон. А ты, кстати, что делаешь? Сейчас шаблон обычно ставят, короткий. Подожди, разные города, разные вообще абсолютно люди. А что? Чё мы тут... Делаем, почему мы? Я не собираюсь с тобой общаться. Ну ладно, я больше не собираюсь задавать тебе вопросы. Слушай, может мы просто сядем и познакомимся друг с другом поближе? Слушай, слава Богу! Спасибо, Иван Васильевич. Я вообще не желаю вас знать. Давайте все познакомимся, а с ней нет. Что вам знакомиться? Нет, ребят, давайте что-то... Вы хотите как-то... Предлагаю
тем, кто готов знакомиться, познакомиться. Стоп. Явно мы не можем отсюда выйти, явно мы зачем-то здесь все есть, и явно нам надо бы познакомиться поближе. Дома. Это печка. Так какие варианты у вас еще есть? Что ты знаешь? Значит, мне кажется, я знаю, что биология. Мы попали в параллельную вселенную. Мы попали в параллельную вселенную. Я читал об этом. Я живой, все хорошо, у меня все хорошо. Какая параллельная вселенная? Как это, как объяснить? Меня Юра зовут. Мне с тобой уже знакомились, да? Думаешь, нет? А ты казашка, что ли? Нет, я кореянка. Ты кореянка? Да. Значит, ты умеешь собак готовить? Да, в основном. Пора. Где эта женщина? Она прямо скрылась. Пойдем ее поищем. Она бородатая. Все, ладно. Куда она скрылась, я не пойму, эту женщину. Девушка, я прошу прощения. Чем ты занимаешься? Дико извиняй. Татухами? Гениально. Да? Да? Нифига себе. Это ты сама себе бьешь? Да, конечно, сама себе. Да исчезает. Я в салон делаю. Не то, что думаешь по этому поводу? Слушай. Во-первых, очень странно, смотри. Мы абсолютно 6 разных людей вообще. Я так понимаю, один немножко вот этот высокий. 7 у нас. Вот эта вот белая, она как бы хозяйка дома, я ее не считаю. 6 людей задержали. Да. Статья плачет по вам. 6 людей задержали. Понятно, что она что-то не договаривает. Похитили, похищение людей. Понятно, что она что-то не договаривает, и понятно, что она владеет какой-то информацией, но Любовь. Почему-то пока ее не говорит. Не могу понять, почему. Эта камера тебя не смущает, эта камера? А там мне все смущает, мне везде все камеры смущают. Фишка не в этом, фишка в том, что если сейчас паниковать, мы спокойно не сможем разобраться, значит, почему. Что делать будем, что делать? Сидеть ждать? Тупо. Ну, хотя бы нам пойти познакомиться друг с другом, потому что, ну, может быть, есть какая-то общая причина того, почему мы здесь. Понимаешь? Только меня одно очень сильно смущает. Я точно знаю, что я вот последнее, что я помню, я был с мужиками в гараже, это было в Чите. Ты говоришь, что ты была в Саратове. В Саратове. Это, Корея говорит, что она в Омске была. Нет, ребят, я не думаю, что вы далеко от Саратова, мы однозначно в Саратове. Ну, а как я тогда, по-твоему, здесь оказался, если ты считаешь, что мы недалеко от Саратова? Ну, как я тогда из Читы переселился в Саратов? Вы просто объясни мне. У меня даже помада на губах. Что осталось помада на губах, значит, я в Саратове. Это губы накрасить, с работы вышло. А почему ты не думаешь, что, знаешь, мы же, у нас была потеря памяти. Почему ты не считаешь, что здесь периодически мы теряем память и снова ничего не помним? И снова как будто, знаешь, как день сурка. Мне кажется, тебя сунули в щи. Бабушки, сунули в щи. Жесть. Короче, тебе сунули в щи. Да, мне сунули. Затолкали в багажник. Затолкали в багажник. И ты такой, бац, и ты уже здесь, наверное, да? Наверное, в багажнике. Ну да, видимо так. Не, может, я приглянулся какой-нибудь бабёхе прикольно. Она решила меня похитить, и чтобы я здесь не оказался. Да что-то это мало похоже. Да? Мы все мало похожи на бабёху, которой ты приглянулся. Если это бабёха-извращенка, она хочет так. Всех странных. Так, ну ты странная тоже. Он тоже странный. Открой дверь! В этот бизнес... Дверь, сказал, открывай сейчас! Что, ей плохо живёт? Открой нам дверь! Ты можешь перейти в другую комнату, дверь нам здесь открой. Тут что там будет стоить? Это в нашей комнате? Не нужно меня успокаивать, дама! Пошлите, пошлите сами! Вы знаете что? Пошлите будете в другом месте! Нужно знать правила русского языка. А для кого? Так сказала девушка в белом. Ты с девушкой в белом очень сильно знакома. Я не открою ничего. Ты сказал, зачем ты меня вызвал, зачем ты меня позвала. Я не понимаю, почему ты этого не говоришь. И мне непонятно, почему никого, кроме меня, этого не интересует. Вообще-то я сказала призвала. Ну, призвала. Что это означает? Что значит призвала? Как, держи, держи. Вот как она тебя призвала? Почему она говорит, что этого не было? Я баскетбол играл. Потому что она врушка. Да. То есть ты считаешь, что она владеет какой-то информацией, но нам ее пока не выдают. Меня не убили здесь. Она не какой-то владеет, она владеет всей информацией. Нормально. Надо только папу предупредить, потому что у него днюха завтра.
кто-нибудь, скажите моему папе или кто-нибудь, что у меня днем завтра. Там телефон забрали, значит там есть номера, позвоните. Спать на них. Скажите. И этот, я жрать хочу. Ты знал, что там кровати для нас стоят? Да. Серьезно? Да. А ты что, ты не с нами была, что ли? И что? Пусть мужики держат. Пойдем поговорить. Подожди, да что ты кнопка? Да тихо, давай посмотрим, как там. Подожди. По расстоянию? Ну, кстати, это же может быть эксперимент какой-нибудь, реально. Ну вот, в том-то и дело. Нас а взяли я всех. Вообще ни хомячок. Вот, ни вот, вот, смотри. И... Мы друг с другом не знакомы, да, ни хрена. Я тебя вообще не знаю. И тебя хотел бы знать в жизни, но, к сожалению, я тебя не знал. А теперь знаю, это хорошо. Ты прикольный. Слушайте, а Бразилия, это... Бразилия порт работает здесь? Да, вообще, босиком, у меня нет туфлей. Давай. Так, что вообще холодно, вообще в доме очень холодно в доме, почему? Давайте мы не будем. Нет, ты по-прежнему здесь. Да нет, ладно, я прикалываюсь. Короче, вот, и мы здесь все, вот девушка, бизнес-леди. Слушай, иди, Катерина, ну, у нас тут идея возникла, не идея, предположение, что это какой-то эксперимент. А мы типа хомячки. Ну, я точно ни в каком эксперименте участвовать не собираюсь. А тебя не спрашивают. Никто не спросил. Да, просто будешь это делать и все. Катерина же? Катерина. А как ты тут оказалась? А просто вот этого в багажнике привезли. Да, я помню, багажник вспомнил. Мне всунули в щель. А ты с какого города-то, я не поняла. Я в Москве был, вообще из Сочи. Сочи-ский парень я. Сочи, Омск, Саратов. Как ты тут очутилась? Широкая Россиюшка. Меня траванули. В смысле траванули? В прямом, на работе. Тебя отравили? Это как, пожалуйста, да, Катерина, ты же понимаешь, мы тебя вообще не знаем. Чуть-чуть поподробнее расскажи, пожалуйста. Нечего рассказывать, больше нечего. Ну, смотри, этот гулял в парке. Ему сунули в щи, положили в багажник, притащили. Сунули куда? В щи. По лицу. Мне сунули в щи, вот сюда. Нос болит до сих пор. Сунуть это типа ударить, значит. Это я знаю, а щи это значит лицо. А, да, мое лицо. Она так сказала. Значит, у меня лицо на щи похоже. А тебя отравили. А кто тебя отравил? Я не знаю его. Незнакомый человек. Это он был? То есть, а как получилось так, что незнакомый человек смог тебя травануть? Значит, ты что, да? Может, он пришел ко мне с каким-то очень выгодным предложением, сэр. Слышишь? Я ему доверилась. Лия, а может быть, этот же человек и меня сунул? Как он выглядел? Он здоров был, в кепке такой хрен. Нет, у меня не очень здоровый. Да? Дрищ был у тебя? Значит, не то. Среднее телосложение немножко... Вот бы мы знали дату бы, вот когда все это... Мы же, наверное, получается, не в один день-то и сюда попали, нахрен. Опиши мне своего. Ну, он здоровый такой был в кепке, этот... Ну, здоровый какой рост примерно? 1.90 м, вот как у шлепка вот этого. А, нет. Да. Надо называть парень больной. Да, нормальный он. Не, он больной. Думаете? Да, это очевидно. Ну, это же очевидно. Да? Пацан, мы тут этот... Ты что он делает? Ты что делаешь? У нас больничка тут организовалась, ты дурак. Он лампу слушает. У меня эта батарея сейчас закончится. Вот он прикалывается. Он прикалывается. А, вот это фрик. Не смешно, не смешно. Так, что, посмотрите, вот мы уже разобрались. Скажи, пожалуйста, ты как попал сюда? А у тебя что тут? Тебя поцеловал кто-то? Смотрите, у него это... Красное. Что там? Нифига себе. Опа! О, у кого здесь помадка только? Вон у нее красненькая. Ты чё, его чмокнула? Чё за бред? Случайно. А чё ты сразу прячешься-то? В смысле, чё прятаться-то мне? Господи, я первый раз её вижу. Сышь, что ли? Слышь, кто сыт-то? Успокойся! Так утихомирились, ребята. Давайте думать, что-то решать. Вы чё набычились, жабы? Так, тихо. Короче, а ты как тут очутился? Я? У гаража, говорит. Да. Пятница. Да ладно. Мы периодически выпивали, потом говорили, ну, реально, последнее, что помню, это где-то уже третья бутылка, и все, и меня вырубает, и я очнулся здесь. А что ты звонишь? Да она может показывать что-то, все что угодно, ты спроси еще раз у нее. Почему? Почему? Реально, почему? Водку, что? О! Хватит. Почему никто не может? Работает здесь. Глазки бегают. Подождите, мы остались на том, что это эксперимент, может быть. Ну, на дуре вещи сунули. Может быть, эксперимент реально. Реально траванули, а ты гонишь. А да, что нам делать-то надо? Нет, тут шутить нам некогда, и выиграться. Ребят, говорю, эксперимент. Какой эксперимент? Да какой-то нахрен.
камеры, смотрите, петлички, один не отхвачен. Давайте тогда определим, по какому принципу. Если нас сейчас кто-то здесь смотрит, если вы нас смотрите, за нами следите, если нас сюда зачем-то поместили, вы же понимаете, что это уголовная ответственность. Вы будете наказаны обязательно. И я это просто так не оставлю. Вы понимаете же это? Вы будете наказаны, по вам плачет тюрьма. И вы за это сядете. Короче, я думаю, что это эксперимент какой-то. Да, понимаешь, над тобой. Тогда должны выбирать по какому-то определенному принципу. Но я говорю, по расовой принадлежности. Типа тест, группа. Почему? Смотри, если она говорит по расовой принадлежности, кореянка, наполовину армянин, ты русская явно, ты непонятно кто, татарка. Вот, классная национальность. Кто? А кто ваш по национальности? Русский. Я красотка. Это уши. Я не понимаю. Нет, при чем здесь это? Почему правда, ребят? Я что-то ничего не понимаю. Разные города, разные люди. Абакан. Абаканка есть? Я был в Абакане, там вот такие все черненькие. Что такое? Что происходит? Я не знала. Нет, это не по национальности нас отобрали. Явно не по возрасту. Зачем тогда? По каким критериям? Для чего? Не, стоп, ну круто же! Это если это эксперимент, то должны быть определенные критерии. Надо мы поймем критерии, если поймем зачем. Может, нас что-то связывает всех? Ну, типа, у меня ничего. Типа, ты, типа, меня... типа я с тобой в клубе когда-нибудь встретился. У меня и... ничего не может с вами связывать. Я по клубам девчонки, не ходила, мальчик, которой... я по клубам не ходила, мне некуда было, карьеру строила с 18 лет сама. Я думаю, что ты в такие клубы не ходишь, как я хожу я, поэтому однозначно не можешь. И девчонки. Один раз в Сочи приедь, я тебя в такие места свожу. Я не езжу в Сочи, дорогой. Ну, конечно, ну и не надо, тебе там лучше не надо быть. В эту дыру. Ты разочаруешься, Сочи, к сожалению. Что есть, оказывается, очень красивые девушки, да. Очень умные. Чё, там кто-то идёт? Там кто-то идёт, он говорит. Да? Кто-то идёт? Кто-то? Нет, нет, там Леня пошёл как-то. Кто там есть? Открывается у нас, бегом! Смешно. Саратов, Москва, Омск. Он опять погнался, Кать. Я смеюсь. Когда ты меня заберёшь? Ну, Сочи. Сочи, Москва. Подожди, вот Москва, ну, здесь, все, Саратов здесь, Омск здесь, Сочи здесь. Получается бесконечность. Эдуард Васильевич, давайте поговорим. Почему? Это несерьезно это все, вы же понимаете. Ну, это очень несерьезно. Ребята, представляете, у меня у мамы юбилей. Я выходила на день рождения к маме, у меня юбилей у мамы. Все родственники приезжают с разных городов, все родственники приезжают поздравить мою маму с днем рождения. Я хочу жрать. Слушайте, я как поняла, что вы не москвичи. Может быть, вас отобрали, потому что вы провинциалы? А почему я? А, ну я-то знаю, почему я здесь. Почему ты здесь? Ну, такая раздражающая личность. Я думаю, что вы просто не мета, как бы. Вас здесь собрали. Мета иногородняя, да-да-да. Можно вопрос? Раздражаешь меня. Хочу проверить, есть ли жучки. Я поняла. Зачем? Да вот они. Хочу камеры, вот они все. Это понятно. Но раз есть камеры, то здесь. Значит, тот, кто нас сюда посадил, вот он говорит, сейчас за нами наблюдает, логично? И подслушивает. Заберет какое-нибудь средство связи. Ну тогда он должен прийти и сказать, для чего это он здесь нас сюда посадил, я еще ничего не пойму. Вот я именно этого и жду. Нет, здесь жучков нет. Кто-то придет и скажет. Дверь должна открыться, и должен сюда человек зайти и сказать. Нет, нет, это скорее всего Вейдер сделал. Он сейчас под... Кто это? Господи, Вейдер. Он сейчас сюда этих... Да, понятно, понятно. У тебя сегодня сейчас осень на дворе, может, осеннее обострение просто немножко, да? Ополченцы-то плену... Ты откуда бежал, говори честно. Салтынки, что ли? Ополченцы плену были, вот нас... Он из этого, как в Москве? Да Салтынки он, Салтынки, на Саратове. Вот, если вы не знаете, такая есть гора Алтынка. На ней там у нас для немножко душевнобольных... А, у нас тоже есть Гнеушевка. А вот у нас Алтынка, вот у Салтынки, походу. У нас Гнеушевка, и там я частенько, когда проезжал на троллейбусе, я видел... Признайся мне, ты, наверное, не с Урала, ты с Алтынки, да? Сбежал. Он сам пришел сюда. Признайся мне, до Салтынки сбежал. Ждем подкрепления. На самом деле, то, что глазок заклеен, это немножко жутко. Слушай, давайте расслабимся, а? Давайте как-то... Как же тебя это расслабиться-то? Вот я тебя знать не знаю, это у меня вообще подозрение. Да я тебя прекрасно понимаю, Катерина, но просто надо расслабиться, надо... Мы и так уже понимаем, что мы здесь находимся, мы здесь закрыты. Значит, для чего-то. Информацию, которую владеет эта девушка в белом, нам не выдает. Но она сказала, что потом мы... Как она тебе сказала? Вы можете ее связать, ей некуда будет деваться, она все расскажет. Ее надо взять, связать ее. Так, и что сделать?
И надавить на нее, как надавить. На какую? Какая-то кнопка у нее есть? Шантажировать? Нет, шантажировать. Бить ее, время великое. У нас убить ее готовы. Мы бизнесом не занимались. Мы не знаем, как у вас там дела решаются. У меня так не решаются с друзьями дела. Хочешь связать ее, свяжи сама. Ну свяжи ты ее сама. Я не хочу связывать девку. Я за нее по щам получил. Я еще буду наоборот делать. Почему все. Из-за нее? Не из-за нее, а вообще просто из-за девушки. А скажи мне, пожалуйста. В смысле? Теперь ты обоссался, что ли? Связать. Ты что, нет, я обоссался, у меня штаны сухие. То есть ты заказывала людей, которые тебе мешали? Ну сейчас ты вот предлагаешь сделать нам почти то же самое, связать ее и надавить. То есть нам ее пытать, что ли, или что? Ну как, объясни мне. Девочка, чуть-чуть поднапугнуть надо, и она тебе все расскажет. Там пыток не надо. Это же девочка. Напугнула ее чуть-чуть. И все. Слушайте, а взял ее и напугал. А я не понимаю, она может быть вообще каким-то посредственным лицом. А, может быть, она вообще ничего не знает. И ей платят деньги какие-то, какой-то человек очень обеспеченный. Ну, Эдик. Ну какая разница кто? Ну ты постоянно говоришь, Эдуард, Эдик, ну, какая сейчас разница? Разговариваешь просто, с ним. Просто, понимаете, мне кажется, она вообще ничего не решает. Вот и все. Зачем мне связывать человека? Например, она мне помогла, у меня очень сильно болит колено. Ну, признаться честно, она мне тоже помогла. Да. Как? Тоже она колено? Меня подняла. Стакан воды подала. Меня разбудила. Да, тазик подала. А ты ее связать хочешь? Ну, куда она все время пропадает? Мне тут это непонятно. На два часа пропадает? Вперед, на два часа вперед. Слышу? Ага. Водички. Да, да, здесь. Дурдом. Как? А у меня тут очки были. Больше вперед, я послал. Кажется, я пропахну едой. Ребят. Что? Ничего. Слава Богу. О! О! Мы только что вас говорили. Спустилась. А где она? Можешь с ней поговорить? Подожди. Хорошему. Подожди. Можно я присяду? Да, конечно. Да, конечно. Давайте поговорим. Да, я думала, вы не рассказывали. Вот что я нашел, смотри. У тебя в доме. Вот водичка. Что надо сделать, чтобы уйти? Сколько минус у вас? Ждать. Алло, сколько? Чего? Сколько времени ждать? А можно еду заказать? У нас бабки есть. Возьми. Девочка моя, ты мне уже прямо тут своей нудистикой уже просто голова тебя болит, а? Какую херню несешь, а? Прекрати уже. Я бы хотела съесть стейк. Нет, я бы тоже поел, правда, я очень. Я тоже поела. У вас есть еда, накормите нас? Мы есть хотим. Вы же здесь живете, у вас есть еда? Почему вы шкафы все пустые? Ну на кого хватит? Мы поделим. Значит, у нее хорошая идея была. Тебя, на нее, говорит, хватит, на нее хватит. А, на тебя она одну? Да. А как мы... Это прикольно. Хорошая идея заказать еду, может, милицию нам проще вызвать? Да как только? Угу. Хорошая идея заказать еду. Есть телефон? Так я про то же, как заказать еду. А, вот так вот. Да. И что, мы не можем никак поесть? Слушайте, а конструктивно как-то с ней поговорить нельзя, ребят? А как? Давай, конструктор Васич. Можете просто сказать, сколько времени нам ждать, чтобы мы понимали? Немного. Ну немного, это сколько? Ту-ту. Ну немного, сколько, ваше понятие? Я уже здесь сколько? Ну, сколько здесь, а сколько мы уже здесь находимся? Да. Можете сказать, сколько мы уже здесь находимся? А вы сами как считаете? Ну я вчера, походу, со вчерашнего дня. Полтора месяца. Подожди, что значит? Я сегодня на день рождения должна попасть. Я сегодня. У меня у папы днюха завтра тоже, кстати. О, у тебя тоже этот, а у меня папа... У меня мама юбилей. Скорпион вообще так. А, скорпион? Мы здесь для чего-то? Подожди. Что-то фу, я не слышу. Для чего-то, да? Эксперимент? Или за меня хотят деньги, да? Хотят выкуп за меня, да? А за него что? Ну, у меня не ничего нет, кстати, я нищеброд. Ну, у меня это есть там. Ну, за меня, наверное, хотят с меня деньги свести, да? У меня в квартире Сочи. Надо спокойно задавать правильные вопросы. Ну, задавай. Какой правильный? Если мы здесь для чего-то, я так понимаю, кровати эти... А как вас зовут? А куда? Ну, что? Ну, очень странно ведет диалог. Не уходи столько. Как вас зовут? Она убирает подушечку. А может, у нее нет имени? Она безымянная? Как вас зовут? Она безымянная звезда. Ужасно. Она же сказала мне, как ее зовут. Милана!
Вы зовут Милан? Да, Милана. Да, а вы можете объяснить, я не понимаю, немного, немного это сколько? Вот это как понимать? Час, два, сколько еще просидеть вместе с нами? Катя вообще не умеет вести диалог, мне кажется. А просто наезжать на нее. Ты на нее только наезжаешь. Вот, я разберусь. Ну ты понимаешь, что ты ничего не делаешь полезного сейчас, наезжая на нее. Полезно. Я попытался с ней поговорить. Она ушла, ты побежала за ней и сделала так, что она вообще сейчас. Да, ты на нее надавила и накричала, и вообще нифига не получилось. Ребята, вообще-то она мне своими сказала. Слушай, хорошо, у меня вот вопрос, да, возник, как вы здесь идете, ничего. Вы утверждаете, что мы здесь будем ночевать. То, а где одеяло, подушка, там постельные принадлежности? Мне больше всего волнует, где еда, я пижама. Ну это бред. Час? Да недолго. Это просто совпадение, что там по три кровати. Нет, не совпадение. Что одни, типа мужские в одной комнате, другие же, ну, если чисто, знаешь, так, навскидку говорить, да? Как бы три кровати. Это можно есть? Ой, это перец, да, красный? Боже. Можешь сказать, недолго это сколько? Это что такое? А можно есть? Это для нас кровать? Нет, да? Нет, кровать. Серьезно? Почему? Вау-вау-вау! То есть недолго это нам еще надо поспать, проснуться и что это? Там какая-то хрень в банке ползает. Что там? Мы тебя посыпаем. Вот, подожди! Подожди! Да стой ты, не спать в воздухе! Подожди! Стой! Дай, да подожди ты! Блин, туда заполз! Подожди! Да не трогай, что там бред! Ну сама тогда вытаскивай. Значит, нам надо чего-то подождать, и потом мы получим какие-то ответы, да? Почему мы здесь собрались, по какой причине, да? О, мурал. Я жрать хочу, блин! Успокоиться и чего-то дождаться, да? Хорошо, подождем. Но все равно люди будут наказаны за то, что они поступили со мной. Жестоко наказаны, да? Однозначно.